Ла-ла-фу, ла-ла. Про ла-ла-фу хотите спою вам? Че, у нас на хате музон качает? Дверь не закрыла, что ли? Когда не денег. Не поняла? Че за музыка? Приложение. И загрузи ты. Эй, кто врубил радио? Вырубайте, у нас и так долги за свет. У нас, походу, дома варюга. Быстро нужно звонить ментам. Только тебе... Джисуха, ты что ли? Джисуни, ты чё там наяриваешь? Сыпают романсы. Респект. Иди работай. Когда финал. Это же Гуки! Как он нашел микрофон? Я же его спрятала. Как же он попал в нашу хату? Ла-ла-фу, ла-ла. Да про чё он там микрофонит? Фу, ла-ла. Ла-ла-фу, ла-ла. Про ла-ла-фо, что ли, поет? Ла-ла-фо, ла-ла. В жизни каждого человека кризис неизбежен, хоть работай полвека. Чё за классная песня? Руки в ноги делай. Такая зажигательная. Чтоб прожить красиво. Это Чонгук, что ли? А кто его впустил? Диско. Ладно, потанцую, пока никто не палит. Гулянки, тачки и шмотки, сладкие булки. И все же это себе позволишь и будешь счастлив. Какой головокружительный трек. Мог бы и Чиминку подтянуть, я бы ему чай дала. Романсы, иди работай, и будет круто, когда финансы поют. И как мне теперь попасть в ванную через эту комнату, а мне еще волосы надо помыть? Он закругляться собирается, а? Я откуда знаю, я что ли дала ему микрофон? Вот если бы Тэхёнчик распевал, я бы всю ночь слушала его голосочек. Хатугит кенгобл джигит. Ой, что случилось? Блин, да как же оттуда его выкурить? Раз, 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 два, три. Что-то глючит микрофон. Вырублю-ка я рубильник нахрен. Все, приехали, свет вырубили. Хренушки, теперь ты будешь распевать свои песенки. Будешь знать, как вести себя в гостях. Гуки, это Дженни, я вхожу, надеюсь, ты одетый. Эй, Чонгук, вылезай оттуда. Ладненько, всем споки-ноки. Спасибо за просмотр.